he rise. Опасный, значит. Не, так-то она бодро вроде доедет. Не, да, ух да, ты, ж, ты посмотри. Перед началом самого обзора хотел бы вас попросить заценить канал Lucky Wheels, где его автор Алексей Шапин показывает все про автозвук. Сейчас он там собрал свою тачку тоже на Альфарде. Вот, у него там сабы, короче, стоят. Канал вообще еще создан 6 лет назад. Действительно, уже наснято очень много видео. Поэтому перейдите, зацените. Контент очень хороший, просто мало подписчиков. У него там всего 200 человек. Поэтому зайдите, посмотрите, опять же, напишите комментарии, как вам вообще. Сейчас я вам покажу 30 секунд из его жизни вообще, канала YouTube. Вот, можете заценить. А мы начинаем после этого уже сам ролик. Поехали, пацаны. Пацаны, всем привет, с вами, как всегда, Сергей Резниченко. И вы спрашивали меня, что там по приоре... Что там по приоре нового? Короче, рассказываю. Губа у нас появилась, передние фары, которые вам поскидываю в фотографии. Вот, ну, ты расскажи, чем у тебя сложности? Что тебе понадобилось для того, чтобы взять фары, скажи? Да, в принципе, ничего. Руки? Сложности были только в установке линзы и в регулировке маски фары. Так, а они двигаются, как на Мерседесе, так? Короче. Нет, они не двигаются. Регулировки вообще нету. То есть они полностью фара опустошены. Мы там в зеркале. Ну, закрашен для того, чтобы сильно в глаза не бросался. Ну, мы видео приклеим, короче. Приклеим видео. Как-то нижние эти у него, кстати, какие. Да, светодиодные противотуманки. Это ты тоже делал, что ли? Нет. Нет, это купил ты? Это уже было. А, это не ты купил, не твоя шмуш. Это снимаем. Так, и что у него? А, диски, опять диски другие. Как? Что-то он быстро меня. Я, короче, пацаны, видео вам прикладываю все, что там с ней произошло. Валы там поставили. Ресивер, да, красный, да, опасный. Там открывать стоит, думаю. Он нас, наверное. Я... Может, откроешь? Давай, да, открой. Он пока не. Он не видит. Че? Ой, флажка нету, где он? А. Он же сказал полностью в твоем разуме. Да. Оно сейчас красный опасный, значит. Не, так-то она бодро вроде доедет. Не, да, ух бодро. Ты ж, ты посмотри. А это нулевик, да? Ну да, карта. Вот, а, вот нулевик, это его младший брат. Кенты, короче. Правильно, не, это красиво. Я снимал видео. Короче, сейчас я вам видео прикладываю, как это все горит красиво. И вы там можете заценить. Мне кажется. Да, это Брембо. Да, это Брембо? Салон не покупай. Ну давай. Не, красиво, красиво. Ссылки на создателя и породителя данных фар я оставлю в описании, можете ему писать, и он, короче, вам сделает все по космическим ценам. И, короче, я расскажу, как делать. Да? А то сейчас у тебя сразу полгорода будет.
Ладно, короче, этот. За семерку тоже можете лайк кинуть за эти диски. Сексуальнейшие просто диски. Мне нравятся 14. Может быть, они маловаты, но они мне нравятся. Ну, короче, все. Сейчас вам покажу видео с семеркой, как она едет на валах. Он там прям так со шлифами уходит красиво. Я же, блин, не знаю, прям прифигел.
все.